Всем привет, с вами я, Александр Демидович. За окошком легкий дождь. В течение дня обещано не более плюс 6. Но не переживайте, в воскресенье, тем не менее, 19 плюсом. Сегодня 26.10.2018 года. Я хотел бы вам рассказать немножко о последнем опросе, который я проводил в соцсетях. Вопрос звучал так. Если изменение жизни Полтавы в положительную сторону после перемен во власти города в сентябре 2018 года. Ну, вопрос. Один человек даже написал, что он не понимает вопроса. Ну, бывает и такое. Ну, я довольно часто сложно выражаюсь, поэтому я понимаю человека, который не разобрался в том, что я спросил. Ну, это не страшно. Итак. В вопросе поучаствовало 828 человек. Из них сказали «да», то есть из этих людей сказали, что есть изменение жизни Полтавы в положительную сторону, 220 человек. Сказали «нет», это люди, которые за более чем, ну, за месяц, скажем так, не увидели никаких изменений, 608 человек. В процентном соотношении увидели хорошее в происходящем в городе 26,5%, не увидели 73,5%. Причем, что интересно, с самого первого дня было интересно наблюдать за противостоянием таким легким. Изначально процент увидевших положительные стороны в изменении и изменения в городе был 32% с лишним. В течение 5-6 дней этот процент все время боролся, но он уменьшался и уменьшался и уменьшался. То есть реально где-то было потеряно около 5%. Что интересно, я когда присмотрелся внимательно к тем людям, которые проголосовали за то, что в городе есть хорошие, среди этих людей оказались люди, на страничках которых было видно, что они живут не в Полтаве. Зачем и почему, каким образом они понимают, что происходит в Полтаве, я не знаю. Ну, в основном это, ну не в основном, а их там несколько человек. Это люди, живущие, в частности, в Киеве. Как человек из Киева может понять, что происходит в Полтаве? Не знаю. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, в частности, комменты, я надеюсь, все читали, которые здесь были. Вот один из комментов. А вариант стало еще хуже. Нет? Ну, то есть, в вопросе хотели бы увидеть еще такой вариант. Вот еще опять, только хуже. Вот человек пишет, какие изменения за месяц, ничего нового не заметно. Ну, за месяц, может быть, мы будем постоянно задавать этот вопрос, что происходит. Ну, здесь некоторые есть на фамилии конкретные переходят, я об этом не хочу публично говорить. Вот, почему нет варианта «не понял вопроса». Ну, бывает и такое. А чины зарано, вот коммент такой. Вот интересный коммент, который меня немножко насмешил, удивил. В Полтаве появился прецедент снятия зажравшегося царька. Уже плюс. Я прошу прощения, прецедент в чем? В Николаеве, по-моему, тоже снимали мэра такие, ну, подобным образом, за полгода восстановился. Это не хорошо, не плохо. Это факт. Вот, стало только хуже опять. Ну, предлагает мне тут еще темы подбрасывать. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. То есть, все равно большинство полтавчан, 73,5%, не видят покамест ничего хорошего. Это тоже показатель, хороший он или плохой. Ну, я думаю, нам каждому отдельно надо делать выводы. Всем хорошего настроения.